же, как обычно, в зимний период времени всегда круглосуточно работает пункт обогрева. Он работает у нас, начиная с зимы. Принять мы можем любое количество людей, ну как любое, до 20 человек, 25 мы можем принять без вопросов. У нас есть и возможность и чаем напоить, и покормить. Если необходима медицинская помощь, тоже есть фельдшер, который может это сделать. У нас как бы по правилам должна быть 2 часа, но иногда не хватает этого времени, мы можем оставить и на больше. Тут уже зависит от человека, который очень перемерз, или от человека, который заболел, или ну, всякое бывает с организмом, поэтому не вопрос, можно остаться. А сейчас, по-моему, ни стройки нет, ничего, даже дворников, даже если есть, то платят 2 раза в месяц, пока получше разгон. Они сказать такой, что платили каждый день для вас, а так не проверишь. Дело в том, что я там работал у человека, а человек умер, и я остался без ничего. Мне соседи сказали, что по телевизору передавали этот пункт, дали номер телефона. Ну, мы созвонились.